Несмотря на то, что в прошлом сезоне Булат АМТ выступал далеко не лучшим образом, лидеры команды привлекли внимание ведущих клубов Казахстана. Вратари Игорь Шацкий и Хамид Матаев проходят просмотр в карагандинский «Шахтер». Защитник Данил Цой и полузащитник Михаил Щербаков пробуют закрепиться в составе казалардинского «Кайсара». Лучший бомбардир команды Акжол Серикжанов успешно проходит сборы в уральском «Акжаике». Им на смену в клуб пришла не только молодежь, но и те игроки, которые определяли игру клуба пару лет назад. Хорошенко вернули нашего воспитанника. Устная договоренность с ним есть. Вроде все положительно, он будет с нами работать. И по старым, кто у нас еще пришел? Женя Панасенко, который бронзовую медаль выиграл, тоже устно так переговаривали. Вроде с нами чемпион наш Нестеров вернулся. Вроде как здесь Татыбаев, Бернацкий. Костяк команды планируется наиграть во время сбора. В феврале команда отправится в Боровое, а на март запланирован выезд в Ташкент. Не исключено, что к этому времени в состав вновь будут внесены изменения, тем более, что ряд позиций в клубе требует усиления. Надо 2-3 человека найти по центральной линии. Лимичка хорошего найти надо обязательно. Ну, человека 3-4 усиления вообще кардинально требует. Чтобы опять не напороться на те же грабли, которые мы напаримся последние годы. Тяжело. И плюс финансовый критерий станет опять в очередной раз. Просто тяжело настраиваться, когда финансы чуть. Именно финансовая сторона может оказать влияние на подготовку к сезону и выступление в чемпионате. Бюджет клуба вновь один из самых низких первой лиги. К тому же перед игроками и персоналом имеются задолженности за прошлый сезон. Однако, по словам руководства Булата АМТ, сейчас главное то, что команда продолжила свое существование. Алексей Никаноров, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.